Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Двухкомнатные квартиры в Кирове в августе подорожали на 2000 рублей за метр. Рост стоимости в этом сегменте вторичной недвижимости почти на 5,5% фиксирует аналитический портал Re-Kirov.ru. В августе также подорожали студии, однако изменения составили чуть больше 100 рублей за квадрат. А вот 1-, 3- и 4-комнатные квартиры потеряли от 3 до 1,5% или от 150 до 400 рублей. В среднем по Кирову стоимость 1 квадратного метра на вторичном рынке в августе составила 43 176 рублей. Это чуть больше, чем на процент выше аналогичного показателя за июль этого года. Самая дешевая квартира, которая была выставлена на продажу – 16-метровая студия на улице Захватаева. Ее оценили в 520 тысяч рублей. Самая дорогая – 4-комнатная квартира на Володарского. За 178 квадратных метров продавец намеревался выручить 17,5 миллионов. Дайджест недвижимости. Бесплатные консультации дизайнеров и специалистов строительных компаний организуют в Кирове в начале октября. 6 и 7 числа в областной филармонии пройдет традиционная выставка «Загородный дом». Ее посетители смогут побывать на презентации новых жилых комплексов и познакомиться с новинками материалов для загородного строительства и ландшафтного дизайна. На выставку приглашают всех желающих, вход свободный. Дайджест недвижимости. Эксперты назвали общую стоимость всей недвижимости мира. Она составляет порядка 200 триллионов долларов, сообщает Лента.ру. Более 70% от этой суммы приходится на 10 стран мира, в том числе и Россию. Однако первое место в рейтинге занимает Китай, все здания которого и жилые, и коммерческие стоят почти 43 триллиона долларов. На второй строчке Соединенные Штаты, стоимость недвижимости в которых оценивается в 42 триллиона. Япония, Великобритания, Индия, Германия, Франция, Бразилия, Италия и Россия замыкают список. Стоимость недвижимости в этих государствах составляет 57 триллионов долларов или 28% от всей мировой недвижимости. Доля России в общем котле порядка 3 триллионов. При этом самая дорогая недвижимость сконцентрирована в столице. На Москву приходится 870 миллиардов долларов или 52 триллиона рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.